протест, тире манифест, просьба не покидать своих мест и до конца прослушать текст. Положь пульт, дурилка картона, какой MTV, чё там прикольного? Полуголые девки вертят задом, висят с экрана сотни сисек гроздью винограда. Сомнительное видео видят злобные зрители, детей уберите, куда глядят родители? Еще не прекратили умываться клеросилом, зато уже все сильно стали разбираться в стилях. Знаешь, излишняя демократичность вряд ли из тебя сформирует личность. Свобода выбора не сделает погоды, надо быть проще и ближе к народу. И не стоит лезть из кожи и выскакивать из сланцев, чтобы в дерганых танцах косить под иностранца. Ты мне яйца не крути, никакого MTV, не тупи, смотри канал Культура, дура. Ты понты не крути, по ложному пути не ходи, будь с нами, не смотри MTV. И в Европу мигрень на голову, геморрой на жопу. Итог отсутствия у молодого поколения однозначного и собственного мнения. Конечно, говно вопрос при таком влиянии, чему могут научить Бачинский со Стиламиным? Пока предки ровняют грядки на дачу, их детки, открыв рот, смотрят эти передачи. Задали, мол, экзибиту сложную задачку, отдали деда в ржавый запорожец на прокачку. Не смотри MTV, если хочешь быть нормальным, как все живущие в мире реально. Ведь если быть адекватным, то в общем и в целом там нечего смотреть, кроме, может, копа под прицелом. Ты понты не колоти, по ложному пути не ходи, будь с нами, не смотри MTV. Не курить, не пей, расти сам.